Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу сделать обзор на раскрасочку Ленки Филоненко Dream Dancers. Вот, ссылочки на автора я оставлю внизу в описании. У меня в посылке была такая визитка. Вот, также информация про PDF. Да, ссылочка будет на Etsy, где вы можете, если что, купить PDF формат, потому что в России у нас достаточно дорогая доставка. Вот, но также, если вам все-таки именно хочется авторское издание, то можете заглянуть в Art.ru. Иногда там проходят скидки, акции, также внизу указан промокод. Вот, и учитывая доставку, так как Юля заказывает оптом, я думаю, что это выйдет, возможно, даже дешевле, чем напрямую брать у автора. Вот, также у меня в подарочек была такая открытка классная. Мне очень нравятся иллюстрации Ленки. У меня, получается, уже третья ее раскраска, ну вот полная. Также в Coloring Heaven есть. Ну как, несколько картинок. Вот, мне очень приятно, что автор подписал мне раскраску. Вот, я прям очень люблю, когда есть такая особенность книжки, то есть это сразу несколько раз делает ее дороже моему сердцу. Вот, я думаю, что многие уже видели эту книжку. Довольно популярная у нас в России, в принципе. Мне она очень нравится. Мне очень нравится, как Ленка рисует людей, в общем-то, одежду. Самое классное, что это грейскейл, и здесь маркерами прям идеально раскрашивать, потому что есть все затемнения, все, в общем-то, намеки на свет, то есть где потемнее, где посветлее, и мне такое нравится раскрашивать, потому что это легко. Вот бумага здесь очень плотная. Я не знаю по граммовке, но она прям хорошая по качеству. Вот, также, как вы могли заметить, иллюстрации односторонние, раскраска на пружинке, что довольно-таки удобно. Мне нравится, что здесь иллюстрации не прям четко подобраны, то есть даже вот кусочек листочка, он не залезает под пружинку. То есть здесь прям идеально вот рамочка, она так проходит. Такая смешная картинка, но позитивная, очень классная. Мне кажется, раскрасить ее так вот, эти подсолнухи, очень ярко будет. И последняя иллюстрация, такая как тестовая страничка. В общем-то, можно здесь все попробовать. Также есть рекламка других раскрасок. Вот у меня есть Астроляндия, и еще у меня есть Энигма. Вот. Также ссылочки на автора. И что мне еще нравится, что здесь такая обложка, она как soft touch. Вот эти вот зеленые части, они, конечно, очень пачкаются от рук, но она очень приятная, такая прям тискательная, такая классная. Вот, в общем-то, это было все. Пишите, как вам раскраска, как вам еще стиль Ленки Филоненко. Вот, будет очень интересно почитать. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.